Zombie apocalypse. Всем привет, друзья, я продолжаю проходить игру Биошок. Мне почти 12-я часть игры под названием Препарат Лазаря. Я вам всем, друзья, желаю приятного просмотра. Наша задача, друзья, сегодняшней серии создать препарат Лазаря, как вы уже понимаете. Спасибо, друзья, вам всем за вашу крутую поддержку. Но перед тем, друзья, мы отправимся обратно куда? Так, получится в Аркадию. Я, друзья, немножечко тут полазю и подохожу себе всякие штучки-дрючки полезные. Очень, друзья, погнали. Так. Большой папа, ты где? Я тебя слышу. Так. Где он? А вон тут, а. Все, друзья. А сейчас куда-нибудь туда, откуда он пришел. Трогать мы его не будем, но сфоткаем. Так, пошел. На всякий. Опа! А! Ух ты, рейтинг А. Проиграется исследование. Так, а ну-ка еще раз. Какой рейтинг будет теперь? А, рейтинг С. Ух ты, штраф. Ого, штраф объект уже сфотографирован. Ясненько, ладненько. Рози мы не трогаем. Так. Что же мне такого использовать тут крутого? Так, ну, я тут не везде же ходил. Опа, лежу не везде я тут ходила. Я так и знала, что я тут ходил не везде. Так, мы используем вот эту штучку. Давай. Есть. Друзья, патрончики я экономлю. Так. Друзья, всем рекомендую эту игру поиграть. Реально игра классная, прикольная и интересная. Она реально мне нравится. Не знаю, что будет в конце, но, как говорится, друзья, узнаю. Это прикольненько, что я ни разу не играл, для меня все ново. Так, я тут вниз хожу, а. Так, возьму всякие пожарные вот это. Опа, водичка. Есть, сука, есть. Мудила конченая. Есть, я как классненько я его током, а. Ух, охеренно. Так, ух ты, кофе. Так, кажется, у него был ствол, а. Да, это был мутант-стрелок. Так, а где у него пистолетик, а? Опа, я же говорю, пистолетик, а. Ух ты, еще вода. Правда, я воды уже много собрал, она мне, в принципе, не нужна. Так, это получается у нас... А, генный банк. Так, тут что у меня вообще есть, а? Мне просто интересно. Так, это медвежатник. Ага, это что у нас? Хакер-эксперт. Так, безопасность. Ага. Да, торговый эксперт, тоже нужная вещь. Жалко, что у меня мало. Так, это у нас получается то все. Угу, Ева. Так, понял, это маскировка безопасности. Угу, ладненько. Камеры типа с опозданием меня палят. Друзья, я вроде бы всю воду собрал. Зачем я еще воду собираю? Честно говоря, я не знаю. Сейчас я как-то поудобнее более-менее сяду, чтобы было намного круче сидеть, в общем говоря. Друзья, всем вам еще раз желаю приятного просмотра. Спасибо вам всем за поддержку. Игра реально мне нравится. Ладно, друзья, меньше болтовни, больше дела. Ух ты! Это камера... Это опять большой папа. Да, ё-моё, камера не наша. Нет, не наша камера. Надо будет сделать ее нашей. Да, я понял. Ух, тут еще и ловушки, а. Так, а где камера? А, камера вот она, да? Так, надо сейчас быстренько ее. Ой-ой-ой, как она палит нас, а? Как она же нас палит, эта камера-то, а? Блин, большой папа, ты мешаешь мне. Блин, а. Это мне кажется. Только кажется. Да я стою. Нет, у меня времени с тобой сисюкаться, придурок, а. Подожди, так, обыщите контейнер на предмет трофеев. Блин, большой папа, идите в зад, да, честно. Идите в задницу. Так, камеру я взломаю, чтобы она была. Хотя, в принципе, я сюда свалю все равно, но тем не менее. Говорится, ладненько, пригодится, так пригодится. Так, быстренько. Так, идем мы так. Ага. Тут у нас очень реально быстро надо делать все, потому что тут, блин, очень-очень быстро. Так, и получается. Ого, как мы идем. Нифига себе, как надо приходится идти. Классно, да? Так, надеюсь, и получится. Так. Ага, и получится буквально последняя штучка-зрючка. Вроде бы да. Да, идеально, друзья. Камеру взломал. Класс. Все, камера типа под нашим контролем. Рози, пожалуйста, не лезь ко мне. Я тебя не трогаю. Так, это станок для... Забыл чего? Блин, честное слово, забыл. Опа, я тебя не обыскивал. Так, опа, тайничок. Ну-ка. Ого. Хрена себе. Тут такая, бля, оборона, зараза, чуть не выдумал, сейчас капец мне устроит, а. Так, ладненько, водичка у нас откуда идет? Ага, отсюда, все, значит, идем, как идем.
Так, идем и так. Ага, тут у нас же все замудрено, друзья. Видите, как все сделано, да? Типа, опа, и хитро жопно, так, типа, давай, Димон, мы тебя сюда отправим. Опа. Нихера себе как. Ага, круто, круто, реально классно. Так, 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 вот оно как. И буквально последнее, вот чисто, вот это, я вроде бы правильно сделал, да? Да, реально правильно, охеренно, класс, супер. Так, есть, ух ты, сейф, вау. Так, аптечка, хотя она, в принципе, не, пока не нужна. Так, ух ты, вода. Опа, и ключ гаечный, хотя, в принципе, у меня он есть. Может, типа, я его так улучшаю себе, не знаю, а. Опа, опа. Врага оповещение. Ох ты, сука. Гаси, 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 гаси его, гаси, гаси. Гаси эту суку, гаси. Вот так вот, сука. Ага. Какая классная моя тревога, а. Ага, изи-изи, вот это катка, понимаю, вот это класс, а, не зря все-таки взломал камеру. Так, Ева мне мало, сигареты мне, опа, теперь нужно, может взять аптечечку, берем. Так, ну-ка, опа, больше обычных патронов мне достаточно, друзья. Фух, так, ладненько, все, пойдемте создавать препарат, как говорится, хорошее время тратить бессмысленно. Так, тут я, по-моему, не все обыскал, но прикольно было. Пускай так вот открыто. Опа-опа, тут я не был, друзья, реально не был, или был? Так, я не помню уже, был этот или не был. Ух ты, не, тут не был, нихера себе. Вау, ну так тайник, а. Вот это класс, а. Ух ты, фотоглаз. Ух ты, новый боевой тоник фотоглаз. Каждый фотоохотник мечтает всегда попасть в цель. И теперь у вас есть фотоглаз. Как только вы видите эту бесценный генный генетик, вы увидите мир в новом свете. Класс, а. Так, это у нас получается укрепленная броня, взрыватель машин. Блин, честно говоря, я даже не знаю, есть ли смысл его использовать. Так, увеличить очки, ага, сделаны, опа, увеличает очки за исследование от сделанных фотографий. Ух ты, блин, даже, честно говоря, не знаю. Ладненько, я думаю, на потом оставлю. Да, ладненько. Потом, спасибо. Ух ты, нихера себе, тут ловушки, откуда они появились, их не было. А их не было же. Да сука, их же не было. Какого хрена? Вот сука. Ковушек не было, реально. Откуда они взялись-то? Ладненько. Ева. Вода. Хотя, в принципе, не воды хватает. Тут еще где-то кроватка. Кто-то тут спал, отдыхал. Так, громкоговоритель. Ладненько. Так, огонь, как говорится, решает все вопросы. Я еще не пойму, откуда это взялось все. Это, в принципе, мы оставим ловушку. Хотя она меня тоже достанет, да? Не, ну, как-то... А, нет, так не получается. Только именно огонь хорошо это делает. Огонь офигенно справляется. С этими ловушками, конечно. Ладненько. Так, дебилов мы обыщем. Так, есть. Так, патроны на этот, сколько у меня? На дробовике. Ну, в принципе, достаточно. Ладненько, друзья, погнали с вами дальше. Тут столько тайников, вообще охерен, ух ты, ни хрена себе, вау, ух ты, еще и пленку взял, так, человеку не повезло, тут так, это я, генная модификация, я знаю, так, я тут все обыскала, мне просто интересно, да или нет, так, 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 вроде бы да или нет, не, не, не все, я обыскал, тут я был, я знаю, да, ух ты, капец, как я патроны пропустила, так, 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 кого-то спалила. Так, камера кого-то спалила. Кого? Мне просто интересно, какого дебила она спалила. Ух ты, сейчас мы, друзья, его... Ага, сейчас быстро его начпокает, а. Так. Ой, спасибо вам, а. Не зря камеру все-таки взломал. Так, патрончики берем. Ух ты, вообще классная такая база у меня. О, вот она, это мудива. Хотел кто-то ее хитрожопить, а. Так, денег у меня пока мало. Долларов пока что. Так, 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 так. Ладненько, друзья. Тут я вроде бы все обыскал. И, в принципе, друзья, почему тут везде решил полазить? Я считаю, я вам, друзья, больше не вернусь по ходу прохождения игры. Поэтому, друзья, я решил тут везде полазить, а. Так, вообще, ладно, друзья, я тут все, в принципе, обыскал, вроде бы. Хотя, наверное, не все. Или все? Нет, тут нет, тут я же говорю, не все. Охереть, да? Водичку на всякий пожарный возьмем. Так, 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 так. Ух ты, ух ты. Ну-ка, если эту штуку дрюкала. Напалм. Мне вот нравится, конечно, напалма. Так,
Зимы трогать не будем. Ух ты. Так, тут ничего. Опа, еще вода. Ну, в принципе, друзья, воду на запас берем, а. Пригодится по ходу прохождения, а может и нет. Так, сигареты мы не берем. Это убивает здоровье, хотя, в принципе, Ева нам нужна. Опа. Так. Тут, по-моему, я все обыскал. Ух ты. Так, эту штучку-дучку можно сломать, потому что я сегодня больше не вернусь. Да, не будем ее взламывать. Вова. Есть. Так. Еще водичка. Ух ты. Что такое? Не показалось, или тут пулемет было? Я вроде бы правильно, в принципе, иду, а. Так. Опять сигареты. Ну ладно, Ева нужна побольше. Так. Тут у нас что? Тут у нас... О, картофельные чипсы, друзья. Класс. Ладненько, так. Что же мне взять, а? Интересно. Так. Давайте-ка возьмем, как говорится, так вот. И... Не, знаете, что я возьму? Во. Во. Да, я иду. Иду, придурок. Капец, классненько я эту суку, а. Так, ух ты, спасибо тебе. Что, друзья, я как бы тут везде все обыскал. Опа. Нет, ничего себе я даю. Невнимательный, зараза. Так, снижает отдачу, размер барабанного рольера. Так, я думаю, убойная сила гранатомета. Нам ну, кто-то мне точно пригодится, а. Ух ты. Так, я думаю, это сделаю, реально. Вот убойную силу ему нужно, а. Давно я хотел это сделать, а. Ну, сделал сначала автомат, потом пистолет, потом уже теперь его. Ладненько, берем, как говорится, и погнали. Класс, супер. А ты будешь внимательнее в таких играх, а. И везде все обыскивать, а. А то может, друзья, и много чего полезного пропустить, как говорится. Ладненько, все. Тут я все, что можно было взять, взял. Денег у меня мало. Так, все, друзья, я иду, как говорится, по стрелочке. В правильном направлении. Тык. Так, Роси, трогать я тебя не буду. Ты мне не нужна. Надеюсь, ты меня тоже трогать не будешь. Так, эту аптечку я... Ай, честно говоря, я сейчас больше не вернусь, да? По идее. А сломай тоже, а. Так, все. Спасибо за аптечку. Так, тут кого спалило-то? Кого? Вроде никого нету. Вроде реально никого. Ладненько, друзья. Все. Готов я. А, тут дебильный маг. Сука, я думаю, что это фигня. Конченый маг, точно. Так, где он? Ой, спасибо. Огромное спасибо вам. Блин, классные мои дроны. Спасибо вам. Реально, этого дебильного мага убили. Сука, вот класс, а. Вот, блин, вот прикольненько. Штучка-дучка, друзья. Все-таки здесь я не зря камеру взламываю, на самом деле, не зря. Так, теперь можно идти. Все, я готов, как говорится, к походу. Его! Опять это дебило. Ах, вот так вот, да, сука. Не, классные патроны, я лучше сохраню их на самом деле. Так, лучше, да, сделаю так вот. Не, их мало. А обычных сколько? Опа, обычные возьму. Тык. Тут мы обыскивали. Да. Ладненько, все, друзья. Что-то написано. Так, Аркадия. Угу. Так, все, друзья. Так, где у меня больше всего патрон? Так, тут у нас противопехотных 88. Я думаю, их оставлю, а. Тык, все. Так, продуктовый рынок. Ага. Так, мы здесь идем с вами обратно. Ого! Это что-то было? Какого хрена? Это что было? Реально, какого? Я ничего не делал, сука, она взорвался, баллон. Охереть, да? Вот крутяк, а. Так, тут я все обыскивал, а. Так, моя тревога. Сука. А, я тут не был. Вы о чем? Вы чё? Ух ты. Так, очередями стреляем, друзья. Да, ёпты. Да, чтоб тебе, мать, рождение. Придурок, а. Сука, так неожиданно появился. Я не успел даже понять, а. Так, ух ты, боеприпасики. Нихера себе, тут дофига чего есть полезного. Ух ты. Бинты. Берем. Еще денежки. Денег у меня мало. Да тут опять, друзья, присутствует Рози. Ух ты, это мертвая Рози, охереть. Нифига себе, сколько... Ух ты, еще и лифт. Ух, ёптвою, какой тут код, а. Так, кодовый замок, а.
Может, сейчас кодовый замок найду, а? А сейчас поищу, если не найду, друзья. Офигеть, сколько тут чего интересного, а? Ого, ты тут дофига чего классного. После тебя, придурок. Ха-ха-ха, придурок. Тут дофига у него ловушек всяких. Ух ты. Так, водичка. Ух ты, еще прикольненькие штучки-дрючки. Ева. Вау, это что у нас? Опа, нихрена себе. Так, автовзломщик, я думаю, взять. Так, и все получается облом, да? Ладненько, взломать бессмысленно. Ну а что взломать его, что больше ничего не появится. Так. Опа, еще берем. О, классно, тут только сидел, ждал, пока мы его убьем, а. Вот что было. Капец, я не достерею сыграть, друзья. Так, ладненько. Боезапасов у меня где больше всего? Даже не знаю. Тут мало у меня. А, обычных патронов. Так, противопехотные я оставлю. Вот, возьму бронебойные. В смысле, обычные. А, в принципе, да, бронебойные. Бронебойные не нужны, обычные патроны. Бронебойные мне для папочки. На будущее. И, в принципе, не только для него. Так, тут я, по-моему, все обыскал. Точно. По поводу кода. Где можно было найти его, я не знаю. Может, тут найду, а? Сейчас туда схожу, а? Так. Вот первая встреча. Эндрю Райан. Сегодня на прогулке я впервые столкнулся с такой парочкой. Он кособокий громила в вонючем гидрокостюме. Она грязнула в замызганном розовом платьишке. Ух ты. Бледная до зелени и как-то странно держалась, так словно бы родом совсем не отсюда. Фух, слава богам. Тут девчонок я всех спас. Но хотелось бы, чтобы они вели себя хоть чуть-чуть поприличнее. Так, еще одна аудиозапись. Послушаем. Одна из девочек подошла и села ко мне на колени. Я сталкиваю ее с криком «Пошла вон!». Вижу, как у нее изо рта струйкой течет адам густой и зеленый. Ого. Грязные волосы падают на глаза. Одежда в лохмотьях и мертвенный блеск в глазах. Тут я все обыскал, да? Да. Ненависть. Так. А никакой ты, походу, не найду. Так что быть, взломаем. Есть. Минус один дебил. Так, походу. Так. Да, капец, там баун и считал, сука, друзья. Все-таки хочу убить ее. Надеюсь, друзья, не получится ее убить, а. Ладно, подожди, код, походу, я не найду. Не знаю код, поэтому я взломаю его, так что быть. Взламываем. Есть. Синь-синь, как говорится, откройся. Ух ты, ты тут дохера чего полезного. Охереть, да? Вот это классика, вот это классно. Блин, вот это охеренно просто, и аптечка, и то, и все. Ух ты. Вау. Ого. Тут дыры дохера чего нашли. Думаю, друзья, я тут сохранюсь. На всякий пожарный, мало ли меня там убьют, а. Так, угу. Все. Я готов, сохранился. Идем дальше. Как говорится, продолжаем проходить дальше эту игрушку. Так. Ух ты. А, нет, пистолетик, значит, не показалось, а. Так, сколько патронов? Маловато. Ага. Так, надо быть внимательным и не использовать бессмысленно те патроны, которые мне реально нужны. Я имею в виду, это бронебойные против, допустим, большой папы там, или еще чего-нибудь такого. А то я использую бронебойные, бывают, друзья, и против обычных людей, которых так можно убить из других боеприпасов. Ладненько, идем наконец-таки, друзья. Я, в принципе, так правильно иду. Так, это у нас получается генный банк, ага. Так, а тут что у меня вообще можно на самом деле поменять, а? Ну, допустим, а. Так, ну, в принципе, менять нечего, зараза. Так, тоники, тоже ничего. Так, тут у нас, зараза, блин, надо сюда будет больше открыть, а, чтобы хотя бы три можно было использовать, а. Так, ух ты, вынесете меньше урона от огня и сами... Наносите больше урона, используя огонь. Вау, круто, супер, блин, жалко, что у меня... Это что у нас? Увеличивает урон, который вы наносите камерам сражения, турелям и роботам. Думаю, это мне точно очень нужно. Тут дофига очень камер и всяких тупых турелей. Ладненько, так, папа большой, я тебя также не трогаю.
Так, байни-бойни и взрывательные. Есть? Так, а если я взломаю? Если я взломаю, что-то изменится? Кажется, нет. Так, вот, тебе это еще взломаю. Хотя, в принципе, я деньги сейчас подкоплю. Ладненько, так. Быстренько. Тут у нас все замудрено. Тут все как-то сделано так. Ага, тут так все заделано, неуспеваемо. Ой, тревога тупорывая. Ненавижу я тревоги, зря я это сделал на самом деле. Зря я взломал эту херню. Так. Вот ненавижу эти фигни я. Честное слово. Эти взломы — это нелюбимая вещь. Не успеваю ничего сделать, он все быстро идет. Капец, да? Так все быстро происходит, друзья, что я херею. Так, и буквально. Ух, взломал. Ну а толку от этого, что я взломал. Так, Ева у меня 6, жидкий азот нормальный, электрический пояс запасов у меня. Ладно, пригодятся. Так, это мы не трогаем, Еву берем. Все, Евы мне хватает. Теперь валим от этой тупой тревоги нафиг, а. Убегаем. Быстрее. Тревога мне не нужна. Сюда все, бежим. Так. Все. Иди ты нафиг. Так, где у меня тут боеприпасы? Так. На, это мне, друзья, эта штучка-зручка. Так, всем откройся. Ух ты. Так, это у нас обычная. Блин, миссия получается такая долгая. Но мне даже нравится. Так, все, друзья, есть, друзья. Погнали обратно в Аркадию. Блин, прикольненько, друзья, я смылся. Думаю, я правильно сделала. Это все погиб бы я, или жизни бессмысленно потратил. Не, я, в принципе, не умер бы. Я просто бессмысленно потратил бы патронам идти, дронов бы, ну, на роботов, а, и все остальное. Все, друзья, мы с вами вернулись обратно в Аркадию. Так, ага. Так, все, друзья, погнали. Ух, как... Не сопротивляйся неизбежно. Скоро у тебя кончится кислород. Да ёб твою же мать, а. Всё-таки зря я себя каркал, а. Реально зря. Да ёб твою мать, не вижу ни хрена. Да чтоб тебя, непонятно ни хрена, где, чё, когда. Да ёб твое рождение, а. Так встреча, а. Накаркал сам себе, честное слово. Не, это пипец, а. Это реально пипец. Да что ты мудень, а. Эндрю Райан, а. Вот сука Эндрю Райан, а. Он сам себе накаркал, а. Ай, зараза, я понял, вид камеры. Так, а что я просрал, получается, если находясь в вид камере, а? Не, у меня было больше жизни, иди ты нафиг, а. Так, Аркадия, авто. Сука, вот ублюдский Эндрю Райан, а. Так, мне надо быть готовым, получается, да, автоматные, противопехотные. Идеальные противопехотные для них подходят, а. Так, и, наверное, скорее всего, электричество. Так, сейчас будет жопа. Не сопротивляйся неизбежно. Скоро у тебя кончится кислород, а потом ты просто заснешь. Да ёпта уж мать, а. Какие вот пехотные. Сука, я прям не понимаю, где они, а? Нет, я боюсь, что где она подходит, а? Сука. Вот сука. Блин, тревога, ты, сука, все-таки просрал я все-таки боеприпасы свои, а? Не, ну нафиг, а, ну серьезно, а? Какого у вас так много-то, а? Она скоро закончится, должен подержаться очень много. И чуть-чуть, капец, конечно. Я ж не хренею, а. Ух, суки, блин, а вот тревога тупорывая. Съеб то и налево.
Все патроны просрала. Вот сука Эндрю Райана. Вот же ублюдок, а. Я тебя, сука, точно убью. Не знаю, кого я раньше убью. Тенбаум или его. Внимание! С четверга вводится новый комендантский час. Сука, да пошли бы в жопу. Ух ты, бронебонд достаточно патрон. Так, ладно, возьмем обычный, опять большой папа. Мы также его не трогаем, он нам в принципе не нужен. Так, сейф я вскрывал, тут все забрал, да? Да-да-да. Так, ух ты. Нихера себе он его откинул, сука, молодец, а. Так, сейф, опа, есть. Так-так-так-так, ага. Классно он его откинул. Давай, сука, никуда ты не убежишь от меня. Мудин тупорылая. Так, ах, сука, у него ничего и не было. Вот сука. Опять взламывать, да, в принципе, мне денег нету, а что-то взламывать на самом деле. Так, ладненько, все, погнали дальше. Так, я сливаю сразу перезарядку на электропатроны. Да, тут я помню, а тут я уже все делал. Так. Ага. Идем. Да, миссия получается реально очень долгая и интересная. Так. Ух ты. Вот там такая мила. Так, опа. Тут друзья, что-то есть. Надо сейчас туда попасть. Ой-ой-ой. Ух ты. Ни хрена себе. Боевик, охер, тут такие столько тайников, друзья, в игре. Очень много тайников. Мне нравится игра. Блин, зараза, класс. Ой, супер, а. Друзья, подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки, так если вы поможете продвижению моего канала. Вам не сложно, а мне приятно. Так, ага. Все, идем. Так, пологие холмы, все правильно посчитал. Это моя туралька крутая, еле дышит. Так. Ой, идем. Так. Препарат Лазаря. Ой. Ладно, сука, давай. Иди сюда. А. Это тебя не спасет. Давай, дебил, давай. Сейчас капец тебе будет, а, придурок. Даже париться не буду, а. Сейчас они его быстро вынесут, а. Или не вынесут. Не, ладно, я сам его убил. Но спасибо вам, спасибо. Есть. Это вот эти суки только меня быстро убивают, а. Вот эти дебилы врагов, сука, долго рожают, а. Ладненько. Погнали. Так, ага. Так, мы вернулись. Есть. Лаборатория Лэнгфорд. Так, дальше идем, дальше. Давай. Так, тут кто-нибудь есть? А, тут пока никого нет, друзья. Пока все хорошо. Так, моя турелька. Так. Ух ты. Есть. Значит, здесь... Тут, друзья, круто есть. Так, что же мы берем, а? Мне просто интересно, сколько у меня боезапасов. Есть. Так, ладненько. Так, дробовик. Погнали. Так, думаю, Рози трогать не нужно, она не против нас. Так, аптечек у меня 5, возьму аптечку 2. Все. Так. Угу. Так, опа. Универсальные бронебойные и валерные противопехотные, честно говоря. Нужны были бы мне больше как-то. Так. Сколько все-таки у меня противопехотных патрон? А, так их 13, а противопехотных... Получается 16, да? Ладненько, тогда берем так вот и берем вот так вот. Так, подожди. Тут вид камера. Честно говоря, камера мне не особо нравится. Вид. Фух, все, друзья. Ага, сейчас будем создавать препарат Лазаря. По крайней мере, мы доходим к тому же, кто есть. Ах ты, сука. Не. Ну серьезно. Капец, ключ, конечно, у меня. Надеюсь, еще кто-то. Очень-очень весело было. Жалко Тенбаум, зараза, она убила ее. Ну, в смысле, вот она. О, Лэнгфорд мертвая. Вот эти голова ее. А, сука, отравил ее. Эндрю Райан. Эндрю Мудила. Спасибо за Еву. Спасибо за патрончики. Так, теперь создаем препарат, да? Так. Ага. Все, новая задача, ага. А, ждем. Послушай, как эта штуковина гудит и булькает. И сколько времени это займет? Без понятия, Эндрю. Так. Смерть Джулии тебя ничего не учит. Может, это окажется...
Ух, сейчас походу будет друзья жопа. Райан знает где ты. Так. Наверняка пришлёт кого-нибудь. Так что лучше отправляйся в лабораторию и запри дверь. Иду, 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 иду. Иду, 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 иду. Если правда я успею, а? Быстрее, быстрее, быстрее. Невоспитанный чурка. Ах, сука, походу уже поздно. Так, 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 так. Я послал тебе небольшой пакет с невмопочтой. Там немного, но каждая частичка важна. Спасибо, Атос. Да, напалм. Так, жидкий азот, электро. Готово! Готово! Ой, капец, друзья, ой, жопа. Так, сколько у меня, да? Так, распылить препарат лазаря. В общем, друзья, пока он распыляется, ждем. Сейчас эти дебилы, друзья, ждем. Угу. Давайте, придурки. Жизни. Угу. Суки же умные, вот же уроды. Ладненько. Так, они почти подошли. Так, ага, мы готовы. Блин. Ага, все. Так, давай. Иди, закрой рот, иди. Так, тебя мы взломаем, а? А, ты моя и есть, а? Так, обыскиваем их. Блин, можешь закрыть, я записываю, заходи, пожалуйста. Ну, блин, твою мать, а. Да ну серьезно, Вась, ну ты время тратишь. Блин. Просто иди уже. Ладно, все, Вась, вот просто иди, все. Закрути, пожалуйста. Так, обыскиваем. Угу. Так, ой. Это, блин, я не подумал, что еще придут гости будут, а. Так. Давай. Ай, классно, спасибо, турель. Так, обыскиваем, берем боеприпасы. Еще не маг. Да ё-моё. Тут до хера кого, я в ахере. Так, большой мы не трогаем. Я его не трогал, друзья. Он сам гасит. Они начали его первого гасить. Ой, так все быстро. Так все быстро происходит. Что за фигня с такой, не могу понять. Что это такое? А, это дебильный маг. Я думаю, что за бред. Мне показалось уже. Так, сейчас наша задача, друзья, самое главное, держать оборону, держим оборону, дебильный маг сдох, мы его обыскиваем, так, денежки собираем, так, еще, друзья, сдерживаем, так, ладненько, боеприпасы у меня готовы, угу, все, так, потел пехотные, так, ты хренели, что ли, а? Так, зараза, так, тут куча репортеров, а? Спасибо. Тупой докторишка. Ух ты, мудила. Где? Мне показалось, там еще, да? Так, есть. Черт возьми, сколько же будет готовиться этот препарат? Да, без понятия, Райан. Я не знаю, тут уже в ахере. Тут вообще реально в ахере. Столько этих дебилов, что я херею. Так, тут, надеюсь, так по-большому мы трогать не будем. Охренеть, сука, ну вы херею вас, а? Ебать, кого врать, да откуда вас столько? Блин. Да, твое рождение. Да ужас какой-то, а. Капец, сколько вас, а. Охерею, а. Тупые доктора. Да, не обнулилось. Ага, спасибо. Я и так уже не торможу. Ё-моё. Так, боеприпасы собираем. Обычная. А сука, а обычных картечей мало, да? Ладно, электрокартечь берем. Ух ты. Спасибо тебе, Райан, спасибо огромное. Он же сказал, что мне подарок принес. Так. В жопе твоя кукла, в жопе. Ко мне.
сука, вы капец, вы херею с вас, а. Тут же вас столько много, да? Я думаю, реально херею. Бля, я не успеваю ни хрена. Понять, что к чему, их столько много, а. Бля, я просто херею, а. Да, у меня уже противопехотные заканчиваются. Так, еще и маг дебильный, а. Так, пистолет, пистолет, пистолет. Да подожди ты, как бы говоря, здесь жопа полная. Не так, кто есть такой кнопок, а? Ух ты. Или не твоих тупых кнопок, а? Мои роботы уже хереют, а? Так, где ты, дебильный маг, а? Сука, где он, а? Он же, сука. А, сука, капец, он быстрый, мудил, а? Так, есть. Одна тварь сдохла. Так, это такое, да? Потом, потом их обыщем, потом. Так, тут боеприпасики, тут мины. Реагирующее движение, движение, точно. Так, реагирующее движение берем. Да, блин, сейчас, нет, так, знаешь, как это сделать? Я надо из дома его заморозить, а? Сука, капец, он, он заколебает меня. Где ты, дебил? Где этот маг? Где? Где? Не, ну сука, серьезно? Какого хрена? Бля, ты сучок, а. Так, где ты? Где ты? Не, да сука, меня задолбает. Так. Заколебал уже. Так, теперь можно спокойненько всех обыскать. Ух, больше никто, по идее, не появится, капец. Столько дебилов появилось, я в ахере был. Сука, чуть все патроны не просрал. В принципе, на самом деле, я и просрал. Ладно, когда в следующей миссии я уже все узнаю. По поводу там боеприпасов новеньких. Ладно, друзья. Пойду я заберу препарат. Так, 6.6. О, блин, денежки нужны мне. Так что, как говорится, сори. Респекто. Так, 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 так. У нас здесь денег хватает. Так, я же, по-моему, тут всех обыскал, да? Всех дебилов. Патроны там. Они все двери, сука, взломали. Все, а. Мудилы конченые. Так, большой папа мы не трогаем. Тут я, по-моему, всех обыскивал, да? Тут надо просто быть внимательным, а. Так, 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 так. Угу. Вообще, баум подорвется еще, я вообще не буду. И погибну я. Так, все, друзья, погнали. Так, наша задача. Распылить препарат лазера. Это, в принципе, я понял. Блин, ладно, все. Идем, идем, идем. Так, по идее, больше никого нету. Они больные только остались, да, в краю. Ой, вот она, вот, во-во-во. Так, 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 так. Идем, идем, идем. За друзья, Ева у меня хватает. Ева у меня достаточно. Так, 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 миссия такая долгая получилась. Ага, ну, вообще было классно и интересно. Так, 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 все. Готово. Есть. Распылил. Вау. Класс. И наслаждайся жизнью, а потом вперед на пологие холмы. За батисферой. Следующая остановка Дом Райна. Пришло время крови. Ага, понял, понял. Все, я тебя понял. Так, думаю, на этом моменте, друзья, свою миссию завершу. Так, следующая наша остановка. Попасть на станцию метро. Ага, понял, понял. Всем, друзья, спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока!